появилось граффити, зарос в социальных сетях, какую пословицу лучше, здесь с ними что-то прорабатывать. Каждый палисадник появился и стал красивым, потому что здесь сами жители следят за этими многолетними цветами. Дай Бог вам всем здоровья. Вот двери. Дай Бог. Двери удивительные, очень удобные. Он монтируется, да, это отдельно. Очень хорошо сделали. Вы отметите, что вот на этом доме у нас всего в этом году 39 по району домов. Нам уже установлено, поскольку он находится. Это светодиодная лента. Мы с компанией, часть подрядчик, которые работают на доме. Вот и совместно из общего котла мы будем. Рабами. Это мы отрабатываем со старшими по домам, чтобы они начали использовать общедомовое имущество. Все эти вещи собраны в один ящик. Санузел качественный. И общее помещение, где проводится заседание общественного пункта. Здесь принимается решение. Это общественный пункт, я его познакомлю, Влачин Иван Николаевич, более 25 лет. Общественный пункт. Сейчас задача этого общественного пункта. Он постоянно здесь. Он постоянно здесь. Карантин спальный город, что ли. Но задача общественного пункта это жилищно муниципальные услуги. Мы планируем и обращались уже в Министерство города. Мы обратились, отрабатываем, скорее всего, они стоят. И мы заметили, что есть большое количество услуг, это порядка 20 услуг, которые можно прямо здесь оказать и сказать. Например, дайте мне регламенты по ЖКХ, по жилищной политике. Вот если человек приходит, выдача разрешения на перепланировку, в котором все расписано, как необходимо, и все готово, да. И здесь ребята, они подготовлены, там, допустим, у них есть и аптечка, и вода. И самое главное, когда нет населения, есть компьютер с электронным правительством, они смогут отрабатывать вопросы и отрабатывать по своему основному месту работы. Активный центр. Это наше новшество, мы пилотно отрабатываем в народном контроле, в открытой Казани. Все 1555 камер, которые у нас есть в районе, они заведены в администрацию. И здесь мы начали работать на опережение. У нас, во-первых, меньше. С чем это было связано? Здесь начальник отдела ЖКХ, каждый больше, а количество залов по снегу. У нас сейчас камеры все будут показаны только... Институт строительного университета, мы совместно с ребятами целый год разрабатывали проекты по реконструкции снежного парка, которые не вошли в основную программу. С 1 мая, с 1 декабристов. Но сразу хочется оговориться, что все вот сферы, которые сегодня представлены, есть огромный социальный запрос на то, чтобы с ними что-то сделать. Потому что, особенно, в частности, сфера маяк улиц Декабристов. Вот в генплана тут видно, что это жилые дома, подъезд из жилых домов приходит вот, непосредственно эти скверы. Также рядом много детских поликлиник, больниц и школ. То есть здесь огромное количество детей, и основная функция у них – это транзит. Здесь рядом дом, в котором находится детская поликлиника. Почему мы обратили еще в первую очередь на этот сквер? В этом доме, в этом дворе вашей поддержки будет программа капитального ремонта детских и остальных поликлиник. И здесь мы хотим как раз благоустроить детскую часть, чтобы дети могли после поликлиники здесь поиграть.